Так, Александр Костенюк. Вот эта встреча. Ну давайте. Она-то хоть Е4 сыграет. Да, хоть повезло в этом деле. Угу. Давай, ладно, 6. И попробую вот такую системку. Сюда перевели. Отошли. Испанская партия, поле. Так, ну, наверное, она не играет слон g5, да? Ладно. Рокировку пока сделал. Да. Можно побить и d5. Вот, кстати, пешки на f3 у меня нет. Может быть, и попробовать действительно побить. И d5 хочу в один прием. Правда, здесь взятие на c6. Не знаю, как это оценить. Такое изменение позиции. Но раз она не вынуждает меня играть f6, то, наверное, пойдет. Так. Пешка на c6 слабенькая. Может быть, опять сиди. c5 пойти еще. Нет, c5 как перебор. Ладно, давай сюда, чтобы слона при случае сюда, а пешку при случае сюда двигать. И поле b3, да? Как бы мне это поле... Сюда, может, пойти еще? Так, пешка, да? Ладья b8. Давай, ладно, пытаюсь пока сюда нападать. Б3. Теперь поля нету для коня. Конь не может сюда попасть. И это, конечно, плюс. Теперь эта пешка, да, подвисает. Ну хорошо, защитил ее пока. Конь на d3 идет, и пешка готова вперед отправиться. Но меня это не должно сильно смущать. Наверное. Давай пытаюсь f6 подрывать. У меня все-таки два слона в этой позиции. Пытаюсь как-то центр раскачать. Ладья на b8 так себе стоит, конечно. Что можно придумать? Так, ну что, предлагают мне поменяться здесь. Ну, наверное, поменяюсь, почему нет? Так, взятие на b6 не особо угроза, наверное. Поэтому я пока на пешку наваливаюсь. Тут я побью пешкой, если что. Так, очки. Е6, может быть, хочет. Коня пока вперед. Ну, давай пока коня. Может быть, хочу на Е6 коня поставить. Блин. Опасненько. Так, под связку, если взял. Что будет? А может, я удержу там эту пешку? G5 нету. На C6. Да, блин, я пока не вижу. Ладно, давай взял. Смело будем играть, но это важно, пешка все-таки. Сюда. Сюда ход я почему-то пропустил, хотя вроде бы ход... Такой, конь g5 еще есть. Конь g5 сюда бью, да? Угу. Защищает. Мне надо как-то срочно ферзя на размен попробовать. Увести из-под связки. Угу. Ну хорошо, ладно, разменялись. Давай сюда выскочим. Ладья куда-то залезает. Так, ладно, сдвоились.
Вроде пока ничего страшного не происходит. Тоже форчику сделал. Еще куда-то ладья идет. С6 может сыграть. И этого слона готовлю сюда. При случае. Так, хочет меняться. Не, давай хотя бы тогда так. Может королем? Нет, королем нет. Да что ты будешь делать? Да, поменялся, ладно. Так. Давай, ничейка готов. Давай, ничейка. Фу! Ну ничья, Костенюк. Но на самом деле позиция в мою пользу здесь показывает оценка. Она это, видимо, тоже понимает. Ну, скажите, неплохо, да? С Костенюк ничью сыграл. Пока только ничейки иногда мне удается сделать. 92% точности причем у меня в этой партии. Не то чтобы я был большой специалист по испанской партии. Вот она слон Е3 сыграла, рокировка. Может быть сразу D5 было играть, я побил. И здесь D5, в принципе, нормальная позиция вроде бы. Опять, не знаю, насколько опять полезный ход. Мне предлагают даже C5 сыграть. C5 и на взятие C6, как ни в чем не бывало. Для меня это сложно. Пешку так отдавать. F6, может быть, сразу надо было. Типа EF, ферзь F6. Да, вот так, может быть, надо было пытаться играть. Ладно, я опять. Ферзь C2. Защитил пешку. Защитил пешку. F6, правильно. Тут у меня уже получше позиции, кстати. Вот здесь C5 я мог сыграть. C5 с перевесом просто. D4 грозит. Что-то C5 мне в голову не пришел. Я пошел конь F4. Побили. Е6. Да, взять это правильно. Так, нормально. Можно было, правда, еще одну пешку побить. Вот зря она пешку не съела. Она вместо этого сыграла ладья Е2. И тут я уже эту пешку защитил. Позиция просто в пользу черных. Просто у черных лучше. Два слона, центральные пешки. Но я особо тут не настаивал на своем перевесе. Видите, поменял тут и форсировал ничью. Хотя вот в этой позиции слон c5 предлагается мне. Ладья должна куда-то свалить. И постепенно, типа, в пользу черных. На ладья c8, как странный ход. Все равно сложно это играть. Можно было пытаться на победу с Александрой. Но не сегодня. Not today. Not today. Интересно, она стрим вела. Или без стрима, как обычно. 2460 в блиц. И 2488 в классику. Ну, вроде неплохо.